Всем привет! Меня зовут Виктория. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я подобрала для вас актуальные силуэты на каждый день и не только. Луиза Троттер из Лакост ездила в свой офис на велосипеде, и по ее оценкам поездка из дома в студию по всему Парижу занимает около 25 минут, в зависимости от пробок и погоды. Ее коллекция 2022 года во многом рождена этой привычкой. Спортивные живые силуэты напрямую отражают то, что видела во время поездки. Она вдохновилась привычными образами байкеров, курьеров и обычных людей, которых она встречала на улице. Именно поэтому в этом году многие дизайнеры ценят простоту и комфорт в создании своих коллекций. Калифорнийские дизайнеры Керн и Данн хотели разработать вещи, которые могли бы сочетаться с одеждой в гардеробе любой женщины и были бы настолько привлекательными, что покупатель мог бы сохранить их навсегда устойчивое мышление, которое снижает уровень потребления отдельного покупателя. Практичные и лаконичные силуэты изделий подчеркивают вашу индивидуальность. Хаос и беспорядок, буйство красок носит свою коллекцию Антонин Трон. Он нам предлагает носить удобные вещи, облегающие юбки и брюки средней посадки, вполне знакомые нам майки, а самое главное, не забываем о ярких цветах в нашем гардеробе. К примеру, эта коллекция была создана из переработанных тканей, что в последнее время набирает существенные обороты в их применении. Дизайнеры Фернандо Гарсия и Лаура Ким экспериментировали с моделью «Посмотри, купи сейчас» для Монс. Возрождение 90-х и нулевых в настоящее время неизбежно. Но брюки карго Монс с двойной талией, особенно оранжевая пара с принтом в виде коллажа из абстрактных растений, кажутся свежим дополнением. Поклонники этой коллекции будут приятно удивлены, увидев, что спортивные мотивы продолжаются и здесь. Джун Такаши создал классическую атмосферу 50-х и 60-х, но немного внес изменения в выборе тканей. Пышные юбки, ангельские платьицы, принт вишни, леггинсы, брюки палаццо, высокая талия и многое другое. Размытая, элегантная и классическая коллекция объединяет все чувства в удобных и элегантных предметах одежды. Эллиот считает, что его коллекция одежды 2022 года подарит нам умиротворение или радость, так как одежда, которую мы носим, является средством нашего собственного счастья. Здесь он переосмыслил свои материалы и свои силуэты, чтобы сделать их более смелыми и свободными. Вам желаю отличного настроения, пишите комментарии и не забывайте подписываться.